Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видео важная техническая тема. Как удалить Avast Free антивирус с компьютера полностью? Avast Free антивирус – один из лучших бесплатных антивирусов для 10-й винды, винды 8.1 и 7-ки, но и его иногда бывает нужно удалить. Причем сделать это так, чтобы в системе не оставалось следов, которые мешали бы установке другого антивирусного программного обеспечения. Итак, в этой видеоинструкции мы расскажем подробно о том, как полностью удалить Avast Free антивирус с компьютера или ноутбука и дополнительно безопасно очистить систему от некоторых оставшихся папок и разделов в реестре. Итак, в первом вопросе давайте рассмотрим способы удаления Avast. Как и почти любой другой антивирус, Avast Free антивирус может быть удален двумя способами. С помощью удаления в панели управления, далее идем программы и компоненты. Ну, там все это делается, как удаляем, как любую другую программу в системе Windows. Или с помощью специальной утилиты с официального сайта данной программы. А вот пробовать удалять папку антивируса вручную, предоставляя себе необходимые права доступа, это не тот метод, который следует использовать. Не шутите. Бардака наделайте в системе только так. Несмотря на то, что первый способ может быть проще, я все-таки рекомендую сразу начать со второго, поскольку удаление с помощью деинсталлятора в панели управления не всегда работает исправно. Итак, плавно переходим ко второму вопросу нашего видоса, а он называется следующим образом. Как удалить Avast Free антивирус с помощью утилиты удаления Avast Clear? Итак, для того, чтобы использовать официальную утилиту для полного удаления бесплатного антивируса Avast с компьютера, используйте следующие шаги. Первое. Загрузите утилиту avastclear.exe с официальной страницы. Ссылочка будет у нас в описании под нашим видео. Второй шаг. Перезагрузите компьютер в безопасном режиме. Для семерки это одно, для 10-й винды это совершенно другое. У нас есть отдельное видео на нашем канале «Безопасный режим 10-й винды». Итак, идем далее. Третий пункт. Запустите утилиту удаления Avast. В большинстве случаев никаких параметров в ней менять не требуется. Там уже по умолчанию указан Avast Free антивирус и его папки. Если же вы устанавливали другой антивирусный продукт этой фирмы или другое расположение, или в другое именно расположение вручную, надо указать путь к этим папкам. Ну и далее нажимаем кнопку «Удалить». Четвертый пункт, самый ответственный и самый тяжелый. Это надо дождаться завершения процесса удаления, а затем обязательно перезагрузить компьютер. Итак, после перезагрузки антивируса работать уже не будет, и другие антивирусы при установке не станут сообщать об ошибках или проблемах, связанных с наличием еще одного антивируса в системе. А это будет правильно. Ну а теперь следующий вопрос нашего видоса. Это удаление остатков Avast. Это для особо интересующихся личностей. Это полезно. Итак, некоторые оставшиеся следы Avast можно дополнительно удалить вручную. Они не очищаются утилитой, но и не играют никакой роли. Итак, вы можете удалить папки «Program File», это на диск C, «Program File», «Avast Software», или «Program Data», далее «Avast Software». Последняя папка скрытая и системная. Для особо интересующихся товарищей могу сообщить следующее, что можно даже и почистить реестр, там набирать Avast и осознанно смотреть, можно ли удалить запись из реестра или не можно. Но это для более опытных потребителей. Вот насчет реестра я вам говорил, что вот можно удалить, а можно не удалить. Так что вот остальные параметры реестра, которые вы можете найти в реестре по ключевому слову Avast, я бы не рекомендовал трогать, бывают проблемы. Часть из них не имеет отношения к антивирусу, а относится к его сайту, который вы посещали. Удаление другой части теоретически может привести к ненужным последствиям. Также иногда в браузере может остаться расширение от Avast. Его вы можете легко отключить и удалить в параметрах расширения самого браузера. На этом Avast Free антивирус полностью удален с вашего компьютера.
Скажу следующее. В принципе, да, здесь надо все-таки относиться к этому вопросу ответственно, не спеша, качественно удалять его. Потом можно почистить, так сказать, браузеры, почистить умно реестр и так далее. Чтобы, так сказать, не было никаких проблем при установке другого правильного антивируса. И еще важное замечание от нашего канала. Два антивируса на одном компьютере не должно быть. Один из них, например, как вот в десятке Defender, тот надо просто отключать и устанавливать, например, какой-либо другой антивирус. Они, в принципе, нормально разберутся, и десятка нормально воспринимает отключенный свой антивирус и установку другого антивируса. Вполне нормально. Но два антивируса сразу включенными не должны быть. Они с собой, между собой будут конфликтовать и добра вам не принесут. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт remontka.pro. Я думаю, данная информация принесла вам пользу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, нажимайте на колокольчик. С нами будет интересно.